Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот печеньки питчи классические 400 грамм. Покупала их в фикс прайсе. Так вот красиво они у нас выглядят, и также фотография у нас будет в конце ролика на состав, изготовителя, все такое. И давайте их попробуем. Сразу пошел аромат. Так, тарелочка наша, на которой мы рассмотрим их. Такие, смотрите, они маленькие, буквально вот на два пальчика помещаются. Удобно положить полностью в рот. Я думаю, из таких даже можно сделать, вернее, украсить тортик сверху. Давайте несколько штук достанем. Все пересчитывать я их не буду, их очень много здесь. Вот. Есть, вот смотрите, неаккуратные немножко. Хотя, кстати, тут нарисованы немножко другие. Здесь нарисованы они более такие вот пухленькие, да? А здесь вот они немножечко другие, да, все равно отличаются. Чуть-чуть поджаристи. Ну и давайте я их попробую. Мне кажется, что это песочное тесто, что они песочные, довольно вкусные. Я думаю, так. Они, знаете, такие жесткие. Я думала, они будут как-то помягче, хрустящие. Честно говоря, я даже не ожидала, что они такие жесткие будут. Хрустящие, сладкие, вкусные. Ну вот жесткие немножко, мне прям это не совсем понравилось. Я думаю, помягче все-таки будут. Такие вкусные, в меру сладкие, то есть не приторные. Вот. И когда ее разжевываешь во рту, она прям, ее становится очень много. Как будто не маленькую печенюшку в рот взяли, а как будто большую печеньку положили в рот полностью. Хрустящая. Довольно хорошо жуется. Вы, наверное, даже, наверное, через камеру слышите, как она хрустит. Хрустит прям так очень хорошо даже. У меня камера вместе с микрофоном, поэтому у меня камера записывает абсолютно все. Все любые звуки. В комментариях мне не пишите, что печенька у меня хрустит очень сильно. Да, такая вкусная, но мне как-то казалось, если они маленькие, то можно будет их просто в рот прям друг за дружкой бросать, как чипсы, и кушать, кушать, кушать. Ну, тут немножечко пожестче. Не знаю, может быть, они у меня полежали. Не знаю, пишите в комментариях, какие у вас, жесткие они или нет. Может быть, просто у меня, может, действительно они полежали. Смотрите, какие красивые. Давайте попробуем сломать. Опа. Даже сломалась она с трудом. Внутри она беленькая. Ничего такого внутри нету. Как белый хлеб. Оно, поэтому мне показалось, что оно будет песочное тесто. Потому что песочное тесто, оно, в принципе, примерно такого же цвета. Вот. Ну, тут их много, я думаю, их тут очень много. Торт украсить можно будет. Немножечко их, может быть, смочить можно и положить на тортик.
Вот, напишите свои отзывы в комментариях под роликом, потому что другие пользователи будут тоже смотреть, кто хочет их купить, планирует или купил, и будут читать ваши отзывы. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, мои влоги, кулинарные рецепты. Вот. Что там еще? Еще много-много всего. И всем пока-пока.